Сервисный центр Ольга, добрый день. Здравствуйте, девушка. Вот я купила стиральную машинку. Да? Заказ на установку 756-13-632. У нас нет такого заказа. У нас заказ на установку начинается на 25. 25? Да. 613? Да. 63-2. Так, метро Кунцевская, да? Да, да, да. Я не поняла, почему такие расценки, девушка. Так, скажите мне, пожалуйста, это что такое вообще за выступление вашего мастера? Не поняла. Вот сейчас мне позвонили минуту тому назад. Да. С меня сказали, мне сказали, вам видео. Да. Давыдкова, 3600. А он требует с меня 5600. Так, минуточку. Какой стати? Вы мне извините. Я скандал такой учиню! Я бедный человек, нафиг! Почему 5600? Скажите, пожалуйста, мастер к вам еще выезжал? Мне мастер сейчас позвонил. Позвонил и сказал ориентировочную стоимость. 5600! Так, минуточку, пожалуйста. Вас предупреждали о возможных доработках. Меня предупреждали, что до 4000, но 5600 мне не предупреждали. Так, дело в том, что в 3600... А что вы заикаетесь? Не заикайтесь, девушка! 5600 и 3600 разные. Во-первых, он не видел цены. Во-первых, он не видел ничего. Он принят в понедельник. Почему такая, извините меня, разноценка? А? Пиздец полный! Почему? Я вас спрашиваю, блядь. А? Успокойтесь, пожалуйста. Я успокоилась. Вы мне извините, 3600 и 5600. Вы что, не понимаете, он еще ничего не видел? С какой стати? С какой стати? А? Вы почему такие цены берете? Почему мне не сказали, что до 4000 мне сказали? Мне сказали 3600, вдова Иткова, до 4. А почему мне сказали, что 5600? А где я деньги найду? А? Блять! А? Сука! Почему такие расценки? Давайте вы немножко успокойтесь. Я успокоилась. Вы почему такие?